Упершыню экологичный конкурс «Наш утульный дом» прошел 10 годов тому. За годы его існавання свои силы у им выпробовали больше, как 2000 детей. А колькость установ, которые что год принимают удел, выросла амаль удвоя. Главными средствами воспитания ребенка является труд и культура. Так вот, здесь есть возможность в рамках данной акции показать, как мы сегодня, педагоги, привлекаем, вовлекаем детей в эти трудовые акции. И как они научаются беречь то, что есть на земле, что дала нам природа. Это вот ведущая сегодня педагогическая идея, которая проговаривается нашим правительством. Главная задача мероприемства – поднять уровень экологичной культуры. Отсюда отповедные умовы. Еще до проведения конкурса детям треба привести у порядок территорию вокруг своей установы. А выник працы представить у выгляде фотоальбомов и стендов. Другим этапом стало театрализованное представление на экологичную тематику. Свои таленты маленькие артисты продемонстрировали на сцене Гомельского державного театра «Лялек». Я хотела бы поблагодарить и руководителя этого прекрасного учреждения. Сегодня понедельник, выходной день театра. Но вы видите. Везде бурлит работа. Все сотрудники вышли на работу. Все сегодня на своих рабочих местах, зная, какая категория сегодня детей. Проведение конкурса стало магчимым, дякуючи доброахвотным ахвяраванням, которые поступили на рахунок Белорусского дитячего фонда. На эти сродки были набыты узнагороды. При этом, незалежно от призовых мест, никто из детей не застався без подарунка. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».